Друзья, всем огромный-огромный привет! Давайте сегодня сошьем вот таких милых гномиков вместе. Продолжайте смотреть, если интересно вам. Достаточно такая популярная тема. Много кто их уже делал, делает до сих пор. В продаже они есть в разных интерпретациях. Но девочки предложили мне тоже попробовать себя в этом деле. Если честно, не очень сильно мне охота было, пока вдруг у меня не обнаружились кусочки ткани вот в таких оттенках. Красный бархат, зеленая портьерная ткань, плюс небольшие кусочки. Здесь у меня футер, петля, двухнитка остался. Такой бантик от фикс-прайсовской ветки. Ну и, в общем, все как-то так совпало, что я подумала, почему бы нет. Как раз-таки закрою вопрос с тем, куда девать остатки ткани. Поэтому, если вас эта тема все еще интересует, может быть, вы хотите посмотреть мою интерпретацию гномиков, то продолжайте смотреть. Я уже от руки начала чертить небольшие детали будущего гномика. Я в сети посмотрела, есть готовая уже выкройка. Я не знаю, насколько она хорошая или не очень. Я, наверное, сделаю сама, все-таки попробую. Вот такая деталька будет у меня для тела. Это будет носик. Вырезаю донышко и руку. У меня, как вы видите, все достаточно схематично. Я полагаюсь на удачу, на то, что у меня все получится верно. И буду делать еще варежку. Если все получится, то следующих уже можно сделать более сложными, может быть, с ножками, с декором и так далее. Обвожу свою деталь. Сшиваю деталь. Далее буду втачивать донышко. Сначала метаю вручную, а затем на машинке перестрочу. Прокладываю строчку на машинке. Через оставленное отверстие выворачиваю. Буду заниматься носом. Внутрь буду приклеивать картон. Для этого смазываю основание клеем момент кристалла. Основание буду набивать холофайбером. Вырезаю треугольник из красного бархата и сшиваю его. В общем, меня настолько увлек процесс, что я забыла озвучивать свои действия. Прошу прощения, наговорю вот таким образом. Сейчас я выкраиваю руки, сшиваю детали и набиваю их холофайбером. Кстати, холофайбер я использую от старых подушек, которыми мы уже не пользуемся.
По выкройке вырезаю детали варежек и сшиваю их. Хлопковое кружево несет и декоративную функцию, и закрывает некрасивый срез. Приклеиваю получившиеся конечности гнома по бокам и закрываю колпачком, который, кстати говоря, тоже приклеиваю. Очень это удобно, что можно воспользоваться клеем. По сути, шитья здесь не так уж и много. Далее буду заниматься бородой для гнома, потому что это является его неотъемлемым атрибутом. Специального меха у меня не было, поэтому я нашла в закромах акриловую пряжу белого цвета, намотала ее на руку, разрезала посередине. Нитки с одного края пришила на полоску ткани частой машинной строчкой. Пучок ниток для бороды перевязала посередине и пришила под носом. Полоску над носом спрятала под колпак. Колпак также приклеиваю. Самое время гномику посетить барбершоп. Ну и тут можно, конечно, бороду ему подстричь как угодно. Чтобы колпак был более фактурным, делаю пару стежков на нем. В общем, я так вошла во вкус, что решила для своего гномика сделать подружку. В общем-то, все будет то же самое, единственное, я поменяю цвета местами. То есть тело у меня будет из красного бархата, а колпачок будет зеленым. Кстати говоря, если знать ход пошива и иметь детали выкройки, то шьются гномики очень-очень быстро. Ручки готовы. Дайте я вас обниму. У моей девчонки бороды, соответственно, не будет, но зато будут косы. Точно так же я отрезаю необходимое количество пряжи и пришиваю ее на полоску ткани. Далее буду заплетать косичку. Колпачок холофайбером набиваю не туго и прячу под него косички и руки. Нос я пришиваю, но, в общем-то, можно его и приклеить. Ну и, конечно, я решила использовать ту самую ленточку от веток из Fix Price, потому что именно они меня вдохновили на пошив этих гномиков. Сделала для гномика девочки очень милые бантики, а гномику парню вручила елку. Здесь, конечно, хочется разгуляться как следует и добавить какие-нибудь еще элементы, но я все-таки решила остановиться на том, что есть. Не хочется мне больше ничего добавлять, пусть они будут такими минималистичными, скандинавскими. Вообще, я безумно довольна тем, что у меня получилось. Очаровательные и милые создания совершенно. Обязательно сшейте таких для себя или для своих близких.
А если вам понравилась моя парочка, обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. И не забывайте о том, что внизу вас будет ждать ссылка на мой новогодний плейлист с еще большим количеством мастер-классов. Всем пока-пока и до скорой встречи!